Какую память о себе мы оставим будущим поколениям? Этот риторический вопрос задает себе человечество на протяжении всей своей истории. Монументы, дворцы и мусор. Нас сегодня на планете Земля миллиарды, и каждый волей-неволей превращает нашу планету в огромную мусорку. Конечно, для России с ее бесконечными пространствами и безразмерными энергетическими ресурсами это, казалось бы, не проблема. И Россия, естественно, не Европа, но продукты промышленной и повседневной деятельности человека – это огромные энергетические ресурсы. Мы, естественно, этого не замечаем, но переработка отходов – это не только сбор высоколиквидного и такого прибыльного цветного, да и черного металла. Можно копнуть глубже, и для этого необходимо включить умы ученых и инженерный корпус. Магнитогорская фирма «Подъемник», занимающаяся с момента образования вопросами промышленной безопасности, а это, естественно, деятельность, совмещающая и исследования, и проекты реконструкции, ремонта и усовершенствования зданий, кранов, гидравлических механизмов и конструкций, по сути, выходит за рамки бумажной работы. Это удел фирм других и разных. Эта фирма, обладающая собственной производственной базой, молодым и инициативным инженерным составом и глядящим в будущее руководством, на свои деньги приобрела и запустила в работу цех паковки, опрессовки и обвязки стропального снаряжения и полностью сняла проблему изготовления гидрошлангов для любого оборудования, нужной потребителю конфигурации. Но главное, и это можно говорить не без гордости, это единственное предприятие Урало-Сибирского региона, реализовавшее идею переработки резины и автомобильных покрышек. И подчеркнем, сделала она это в самый проблематичный период в истории современной России. Утилизация автомобильной резины, по сути, это золотое дно. Это замкнутый энергетический цикл, на выходе которого получаются годные продукты. Газ для внутренних нужд и энергетики, металлолом для металлургии, жидкое топливо для потребителя и самое уникальное – углерод. Если с газом и металлом все понятно, то жидкое топливо и углерод – это ценнейшие материалы. Для грамотного использования жидкого топлива фирмой «Подъемник» разработана специальная горелка, способная дожигать топливо в обыкновенных жидкостных котлах-обогревателях, продаваемых в розничной сети, и установленных в сельских котельных. Силами этой фирмы полностью переработать все свалки авторезины Урала, Заполярья, Поволжья и Сибири, заключая долговременные контракты по утилизации авторезины, муниципальные образования и предприятия получают возможность приобретать жидкое топливо для обогрева жилищного сектора и производств по льготной цене. И вот некоторые экономические показатели преимуществ этого топлива и сконструированной форсунки перед мазутом. Цена вашей форсунки и цена форсунки, допустим, оригинальной германской. Оригинальную германскую форсунку мы привезем, разумеется, в евро. А евро сейчас немножко других денег стоит. Ну, на сегодняшний момент, по прошлому году, наш цех, он отапливался непосредственно германской форсункой, которая работала чисто на солярке. Она нам обошлась 2 года назад в 40 тысяч рублей. Наша форсунка, себестоимость мы просчитали, она будет обходиться заказчику, если кто-то будет у нас заказывать такие форсунки, в пределах 15-20 тысяч, это в зависимости от мощности. И, во-первых, здесь я бы хотел отметить отличающиеся возможности нашей форсунки. То есть зарубежная форсунка или аналог зарубежной форсунки, непосредственно которые работают на топливе, на солярке, они, расход топлива у них в пределах от 3 до 4 литров. То есть это порядка, в сутки мы сжигаем порядка 100 литров. Вот. Наша же форсунка работает где-то порядка от 1,2-2,4. Это за час. В сутки получается это где-то 30-40 литров. Но цена солярки и цена нашего печного топлива значительно отличается. Солярка на сегодняшний момент, если тонна, это стоит 20 тысяч рублей. Наше топливо стоит 8 тысяч рублей за тонну. И здесь, по-моему, экономику может любой просчитать, как это выгодно и как проще жить зимой с меньшими затратами. Если фирма «Подъемник» разработала и установила производство, способное очистить нашу территорию от самого проблемного мусора, авторезины, то из углерода можно делать и более выгодные промышленные материалы.
годные продукты, как то салонные фильтры, материал для дезактивации аварий на производстве, угольные стержни атомных реакторов, щетки коллекторных электродвигателей и генераторов и промышленные алмазы. Эта продукция предлагается тем, кто понимает, организация новых производств, глубокая модернизация предприятий – залог экономического будущего России. Но в планах фирмы «Подъемник» и еще более глобальные и перспективные направления. И тут надо понимать – экономическую и экологическую выгоду Магнитогорска. Этот металлургический город располагается вдали от девственных уголков природы. И здесь, и на базе фирмы «Подъемник» можно организовать и переработку пластика и бумажных отходов. И здесь важно понимать, бумага, полностью отслужившая свой срок, ранее неоднократно переработанная, может быть прекрасным материалом для газогенератора. И газ от пиролизной переработки послужит для вырабатывания электроэнергии и прогрева печей, для плавки пластмасс. Конечно, сегодня и сейчас гораздо проще и быстрее реализовать задуманное на базе уже обкатанного производства. И с точки зрения экологической безопасности и перспектив Поволжья, Урала и Сибири, этот проект можно считать ключевым, и реализовать его можно уже в следующем году. И для этого нет необходимости затрачивать колоссальные средства. Вложенные деньги, разумеется, принесут больший результат, чем закапывание миллиардов рублей в организацию свалок. Полностью реализовав данный проект, свалок неутилизируемых отходов в ближайшем будущем можно будет, кстати, полностью избежать. Конечно, для этого необходимы небольшие, по сути, финансовые вливания. И политическая воля, и желание, и научить, и заставить каждого жить грамотно, утилизируя продукты жизнедеятельности, как это делает все развитое человечество. Металл отдельно, пластик отдельно, бумагу отдельно, стекло отдельно и отдельно пищевые отходы. Но делать это необходимо, как и вернуть России голубые озера, чистый воздух и безупречную красоту великой державы.